Привет, Екатеринбург! Свой отпуск я провела очень интенсивно. Сразу после сезона мы отправились в Чехию, а после этого в Турцию. Там мы провели круто время. После этого я отправилась в Канаду болеть за своего мужа на чемпионате мира по водному полу среди ветеранов. Потом я заехала в Санкт-Петербург, Тост, в Испанию, Италию, Францию, Австрию, Германию, Польшу, Чехию. И последнее место, где я побывала, это Венеция. Я тоже была в Венеции. Танюх, подожди, это, во-первых, мое видео, а во-вторых, я провела время там круче. Всем привет, рада вас видеть. Мы часто бываем в Европе, но постоянно видим города и страны из окна автобуса. Поэтому я решила посвятить свое лето более тщательному осмотру Европы. В Венеции я покаталась на гондоле. Во Флоренции насладилась архитектурой. После этого я поехала в Испанию, в Барселону, где познакомилась с творчеством великого Гауди. Ну и, наконец, Париж, один из моих любимых городов. В Европе хорошо, но в Екатеринбурге лучше. This year my summer was spent learning how to swim. And also attending music festivals. Besides attending Sensations in Amsterdam, I also went to Tomorrowland in Belgium and Ibiza. My summer was great. I had a lot of fun. Now it's time to get back to work.